Здравствуйте, товарищи! Наиболее ярким событием в политической жизни в нашей стране в этом году являются выборы в Государственную Думу. Для большинства граждан, для большинства трудящегося населения, думаю, данное мероприятие вызывает большое сомнение, что это как-то может изменить ихнюю жизнь, как-то повлиять, улучшить ихнюю жизнь. Что такое государство? В чьих интересах оно действует? Что такое политика вообще? Вполне ответить на эти вопросы без дополнительных каких-то научных знаний достаточно сложно. Поэтому уже 10-й год подряд действует Красный университет Фонда Рабочей Академии, Фонда содействия обучению рабочих. Это фонд, и он действует как фонд, и обучение в Красном университете поэтому абсолютно бесплатное для всех желающих. Пройдя первое отделение Красного университета, каждый с легкостью сможет ответить на вышеупомянутые вопросы. И не только на эти вопросы, но и самое главное, можно будет ответить на вопросы, как действовать дальше, что действительно нужно предпринимать для того, чтобы изменить жизнь в нашей стране к лучшему. Жизнь для большинства граждан, для большинства трудящегося населения. Поэтому я призываю вас поступать в Красный университет. Заявку можно подать до 1 октября. Товарищи, вступайте в Рабочую партию России, обучайтесь в Красном университете, и мы сможем изменить в нашей стране жизнь к лучшему.